По сути, сейчас со смотрителя быстро должны быть. Там боссы рядом все. Ну, конечно. Блять, а как мы трэш пробежим? Пробежим, нет? Да, пробежим. Лок на меня СС даст, я пробегу всех за агрию, вы за мной побежите. Ну то, что ты загришь, что понятно. У тебя масрез, ну, что ли? Ну есть? Просто за дот, за хоты эти меня и все, я побегу. Не-не, у тебя масрез есть. Ой. Или нет? Но у кого он есть, на того и кинет. Можно на хила или на друида кинуть. Можно. У меня, по-моему, нет его, такие гильдия сейчас выглядит. По-моему, не было. Нету 24 уровень, блять, полуровня не хватает до масреза. Этот лог побанишь больших. Если лишний будет, я там кто-то у вас в рейде там хлопает, кстати. Только с дебафом там бегает нормально. Уже все кончится. Побанишь больших, сначала маленький зарем, потом большого, спокойно. Ой. Давай, не убегай. Лосит. Как учили на арене. Хила лосит. Я вот это, блядь, весь на угораю. Все, сами, да? Сами, сами бан. На угораю, когда, блядь, на ДД агро, и они убегают, блядь, от танка, хуй знает куда. Потом, или когда... Блядь, а что меня убило, да? Или когда хп у самого лосова за стол. Что ж, я же, блядь, лоса убежал, да. Что вы агро не забираете? И хорошо, что мобы за ним не пошли. Какой ты япончик жесткий, моба просто, блядь, истязаешь. Ну а шо? Куда вы? Че вы все за мной-то поперлись? Куда вы поперлись за мной? Я, зачем? Я любопытный, блядь. Смотрел, блядь. Что там интересно, что ли? Распродажа. Японский Новый год же. Все, все за подарками распродажа пошли. Распродажа видеокарт нахуй 40-й серии, блядь. 40-90, блядь. 200 FPS Вовки, нахуй. Блядь, точно напомнили. Нужно на телефон сходить с почты собрать. Блядь, ирония. Лагать 25-ка не будет, ебать, заебись. А как отменять бан, блядь? Я никогда не знал, как отменять. Просто вот второй раз он снимает, просто снимает, блядь, типа как баф снял свой и всё. Не. Кто он, на мобе, блядь, снял или как? Подал бан, блядь. Мы забили этих, нахуй. Он берет, блядь, из большого просто опять бан снимает. Он пишет, не снимается, блядь, ты чё, угораешь? Да нет, так же нужно изгнание, да. На него повторно прожать. Повторное изгнание. Но не докастовать или докастовать надо? Докастовать до конца. А, и он снимает. Первым изгнанием ты его пашешь на 30 секунд, второй раз изгнание нажимаешь, ты его разбавляешь. Понял, лок? Ну-ка, сейчас попробуем на следующей пачке. Сейчас мы, блядь, все научимся играть. Вот на вот этом мобе сейчас попробуешь. Ну-ка, давай разбанивай, еще раз кастани. Раз, еще раз, кастани в него. Нихуя, ебать. Просто, блядь. Сука, чудеса новогодние, блядь. Охуеть. А сказали же новогодние распродажи. Это чё? Же вообще чудеса. Вот не знал, что так можно, блядь. Я думал, он не восприимчивость был. Охуеть в натуре. Я же просил разбанить. Я за реально лука, не знал. Я за лука играл, блядь. На циркуле последний раз. А вот дальнего в бан, дальнего в бан. Быстро, пожалуйста. Нихуя. Это попахивает успехом. Ну там, короче, это, лок, ты же был, да, на этом, на тени Арана. Там 4 эли, мы выбегут тоже одного фира, одного бан.
кто кабан там не снимает. А бомжей просто дадут, блядь, два ДКшника. А бомжей-то бомжей это дадут, понятно. Я как-то раз без лока пошел, нахуй, в рейд, блядь. И просто пришел на Арана, нахуй, и вайпался на нем, нахуй. Потому что четыре этих петуха появляются, убивают хила. Там ни каст никому не сбить, ничего, блядь. О, блядь. Очканул босс так близко. Давайте, блядь, диван выкинули, чтоб бомжам было, блядь. Нахуя, там, блядь, просто два ДКшника, два я, блядь, не знаю, сколько бомжей. И все. А что так? Нахуй бомжей так. Сейчас хочу дать. А что вы его. Все, вы его забанили. Я просто бана не увидел. Для этого и дал. А нахуя бомжей-то? Лол. Да забей, они откадешатся 6 минут, они сейчас вообще нет. Это понятно, сука. Главное, чтобы они босса не откадешили, блядь. Давай разбанивай, чтобы он к нам шел, а потом босс близко. Не на босса назад. Не прыгнут, ни в коем случае. Уводи, видишь, как близко босс. Все, ну видишь. выйдите из комнаты просто и все. То, что хотели, то и получили. Так, моменталка тебя захилил. Блядь, ебаная сфера, сука. Бейте сферу. Хули на нее смотреть, убить надо. Да все, она пропала. Я же говорю, блядь, ходите назад, блядь. Ну чё? Сейчас бы не среагировали, не похилили, а это не знаю. Вообще в тему. Не, бомжи не надо было. Ладно, поугарать-то можно немножко. Ну когда два моих токена выпадут, блядь, тогда поугараем, блядь. Пока что, блядь, что-то серьёзен, блядь. Да, кстати, у тебя, по-моему, конкурентов нету, да, совсем? Да когда так получилось, блядь, никто не писал, нахуй. Я, главное, видел в объявлении, не писал ничего, типа... Душа муху, блядь, так получилось. Бахайте пейте. Не реально, блядь. Я ж пишу видео, блядь. Проверка. Ну, мы поняли. Ну, блядь, в натуре, блядь. Я говорю, падает 3 месяца подряд этот самый... Токены на декану. Да я помню, я с тобой на локе ходил. Мне как раз 2 токена сразу же отдали и руки в голову. Ну, прикинь, я осчастливил пол сервера, нахуй, понимаешь? Отдел, блядь, просто пацанов, блядь. У меня же там 243-й лок, нахуй. Да, ты, блядь. Дай чек на готовность. Сейчас там облепиха. Красноязычие кидают на смотрителя. Да, красноязычие, да. Внутри, чтобы у него язык красный был, блядь, бордовый, нахуй. Вон, блядь, нам сверки не лутало. Все, все готовы, подходим. По возможности сверки по таунчу. Нахуй, забей хуй на эти сверки. Мы просто в точке стоим и все, и захиливаемся. Но главное, все ДДшники бейте сверки. Сначала сфера, потом босс. На этом, на приливе сил, да, прям вот сюда под ноги вставайте, вперед, звездочку. В принципе, сердру заебись, комфортно. Вару дам, сейчас истерею, как раз так дышится. Пускай ворбьет. О, красноязычие повесь. У тебя уж полманы нет. Давай ебашь по себе инер сразу. Сейчас уже скоро прилив сил будет. Да, еще 2 искры. Прилив. Гера.
Бейте босса, забейте на сферу, бейте клевом ее. Ну тут второй прилив точно будет, как не третий. ДПСика мало. Это под приливом у людей до 10 доросло. Облепиха. БР, облепиха. Облепиха рез. Понимаю. А что с прохилом? Ничего, выходим. И выйдем босса. Да, охуенно. Что у нас с прохилом происходит? Почему так медленно заливается сфера? Он постоянно в РДД зону уходит. Набьет и бьет, решили, и бьет, и бьет. Решили после прилива не бить, наверное, сферку не уставили. На приливе сфера была убита. После прилива уже сферы, которые выходили, их не заливали. И прохилить не смогли. А, сейчас посмотрим. Ну, вар там полляма ебашит. Лок 39 тысяч сфер, и он, кстати, сдох. Ну, пацаны, локи, блядь, не свечают таргет, так же, как и фаерма. Давайте вы будете свечить таргет. Разве что я бомбу могу кинуть, ну типа, блядь, а пока кастану нахуй, вы уже зальете ее, блядь. Не, давайте хотя бы раз кастани. И лок тоже, бронус. Все бьют по полляма, а вы по 20 тысяч. Так не пойдет. Хорошо? А то когда две сферы, там такой дамаг проходит, блядь. Потому что миликов нет, надо милики, блядь. Милики ебашат. Да миликов вон, два милика. Два милика нормально ебашит по полагаю. Если пачка РДД, это не значит, что не свечат. Нет таких классов, кто не свечат, нахуй. Короче, бронхс и пирокарп вам индивидуально. Бейте сферу. 20 тысяч это не дело здесь. Она должна разлетаться, потом босса берем. Увидите, ДПС у рейда мало. Он за один прилив не сдыхает. Будет два прилива, как не три. Я еще раз говорю. 20 тысяч это не дамаг. Люди по 500 тысяч бьют. Сферу. Сфера дамажит весь рейд. Дольше бьешь, дольше дамажит. Я посмотрю дамаг сейчас. Если это все то же самое будет, я буду думать над тем, чтобы вас поменять. Лучше поищу час людей, блядь, и убью нормально. Так что смотрите, сами себе думайте. Сейчас рейтинг. Оставайтесь. Сейчас это идет. Конец того. Смена таргета прокает на 10к, если успеешь, еще тоже такое себе. Короче, это смена, не смена. Мне надо, чтобы было не 20 тысяч. Если на всех поделить, чтобы по 300, по 400 тысяч было. И то это до первого прилива убили 10 сфер. Чтобы было поровну. Если кто-то будет опять 20 тысяч сферу давать, то я просто задумаюсь о том, чтобы человека поменять. Вот и все. Сфера, если что, не таунтится. Ну да, там только ЛПшки. Я стараюсь служились, но... Там это... только ЛПшки. Мне с этого босса на сове ничего не нужно. Давай лучше на лока прыгну сейчас. Присумоните, у вас шкаф есть. Это кто? Паутинка, да? Паулинка? Паулинка. Хватит меня паутинкой называть. Ну, что-то так... Удобнее.
выйти в шкаф. Ну давай, в логосе заходи. Ну и на копыта я тоже тогда на локе останусь, а потом уже дальше на свои пойду. Плюсанешь в этот в ордынский чат что-нибудь? Так. Эрдрушник. О, он плюсанул. Сейчас я этот починюсь и хламоботов возьму с собой. Просто свечи, да, тебя ты не то не будет хуесосить, потому что ты в босса там дал меньше, чем маг там или чем лар. Просто мы вайпаться не хотим. Че, тебе пришел Симон? Сейчас я рыбу ебану. А, пришел, да, я его отменил, короче, хламобота дело. 5 штук, все, давай, Сум. Есть и рыба. Япончик, кстати, какие барабаны брал? На каску? Ну, заебись. Все, проверка. Сейчас поем его. Бритая мачта. Блядь, зелье сопротивления висит нахуй, заебись. Нормально, искра не будет шотать, заебись. Все, япончик, по готовности пуляй. Вот видите, тут скелеты лежат. Это какие-то нобы были, это не мы, блядь. И свечи не сверли. Вот только по дерево прям с нами в кучу. Стой, пожалуйста. Дерево ближе, стой. Да, блядь, а ему пофиг. Нам. Не бойся, блядь. Подойди. А он нас не слышит, мне кажется. Дружка, ты тут? А не смотри, на него только отходит и все. А они же бежать нужно. Находки будут. Геро. Три сферы бейте,
том же темпе, как в начале. Потому что они прилично откусывают. Вот, отлично. Сферу, сферу, блядь. Милики нахуй. Тотем на ману, может, поставишь? Не, ну вот. Пока есть. Сейчас будет, блядь. Что, переводим его нахуй? Я думаю, не переведем. Процентов только. Так, значит, 30 секунд. Ну, сам себе БР, этот Индер дашь, и потом минута осталась в облепихе. Там один маг пол ляму уже сферы дал. Сова дала полмиллиона. Ты Бог почему дал полмиллиона? Почему смотришь по командам? Расскажи. Details. Прилив и фаза сразу. Последнюю сферу добавить. Так. Сейчас уже не хухилить. Не понадобится хотя. Так, значит, пробегать будем. Как там ДКшник там будет складывать. Этот, собака, я помню, у тебя танковский шмот там был, да? Спекнешься тоже, будем пробегать. Ну, чисто вжив. Чтобы это был шанс. Если, допустим, его сольет, чтобы мы дальше пробежали. Так, что у нас там? Нихуя, мой день. Вот это я сразу... Сразу же. Ну это никому не надо, тут я только один кольчужный, да? Она пока закинул сумку. Хотя хули я один, да? Можете поздравить. Ебать, 3 месяца хожу, отвечаю. И падает на ДК все, да? Да, я на этом же локе с тобой хотел 2 токена. Я хуею просто. 2 ДК спекнулись. Я сейчас и метки не хибану. Мы будем пробегать трэш до угла наверх. СС. Ну, зашибись. Молодец. Давай этого бьем. Убьем этого петуха. Проще уже убить, чем я сейчас спрыгнул. Вообще проще там как бы зачистить. Ну, смотрите, сейчас какая будет искра. Надо будет бить. R это ханты, да? Это ханты. Похую бьем. Ты похую. Повезло, блядь. Смотрите, какая искра, если будет, надо будет убить.
Ой, сука, япончик, ты счастливый мой талисман, бля. Просто я бы пришел, побубнил, блядь. А ты кого себе Т4 собираешь? Эршамчика, блядь. Ну, типа Эршамчика соберу. Опа! Чуть не это. Не прыгнул туда. Ну все, бегите, два квадрата, два круга. Подожди, СС. Ебашьте на друидов. Да зачем? Вон он сам по кресту встанет, всех поднимет. А СС можете на танков кинуть. Крест у меня, всё. По-моему, КД был. Беги, печенька первая, крест, я крест за тобой. КД, беду. Давайте СС это. Вон там на кого-то. Немножко лужу можешь это налить. Фул прожимки. Чтобы да? Если на тебя сейчас это ходки будут кидать, чтобы это не. Ага, ага. Дайте на него ходочку. Бля, быстрее съебывай, ебать. Ага. Все, нормально, почти пробежим. А так, давайте дальше и комнату эту тоже пробежим. Ну, пока живые, да? По сути, должны успеть. Да. Заебись, живете. Да, кажется. Попробуй. Ну, он пока что собака, это все хагри. Он пока что собака, блядь. Дайте это, хотя бы квадрат побежит. Так, если что, моменталка вроде есть, хотя сейчас. Опа, сдох нахуй. Угу. Я бегу. Второй упал. Надеюсь, мы комнату добежим. Главное, чтобы лок пробежал. Главное, чтобы я лок пробежал. На этом, на все. Все, все хорошо, падайте. Ага. Там какое-то тело, маг или... Нет, кто-то. Если ты встанешь сейчас, то ты этого моба зацепишь, да? Жди, вспышка где-то живая просто. Тут живой моб, нахуй. Тут живой моб, да, рядышком стоит. Ну подожди, опа. Вперед, вперед пару шагов сделай. Угу. Поднимай. Там вон и лок это за столбом прям валяется. Здесь. Да я прям тут под ножкой лежу. Угу. Там вспышка, короче, этот моб вспышку пустил, и бой не будет сниматься, пока вспышка не исчезнет. Вроде нет боя, блядь. Не, у них поначалу нет, было. Граната, нет. Нормально пробежали. А это кто лежит, что вы поняли? А, вот. Ну все, вот тут шкаф ебанем. Остальные там покидайте тело, мы вас сумнем. В институт вначале будьте там. Давай шкаф. Тык. Ну, баблгом, вставай. И этот баблгум остался. А он тут лежит, что ли? Да, он тут лежит. Что-то я заметил. Сейчас есть. Сейчас это жрем, пану. А ну вставай, вар. Ну что-то шоу, бля. Сейчас ману отъедим, так поехали дальше. Вангую сегодня кондёр, нахуй. Что там еще, блять, охуенно. Да он их и кашит, забей хуй. Все, давай, куляй. Потом лестница с умным. То, что тебе три не выпало, это, конечно, просто, ну, как случайность, роковая, блядь, ошибка, блядь. Сейчас вот с трени я на этом локе, это 19-е КД, где я не могу взять себе трени. Два раза падали, и то не мне отдавали. Кондёр? Ага. У меня этот кондёр только на одном персе, нахуй, на сове. И то я сейчас его сменил на власть мёртвых, блядь. Одна героическая, одна обычная, блядь. Так а у тебя власть стоит? Но. Или что? Да, две власти, одна греческая, одна обычная. Не знаю, что, но десятку дает, да и дает похуй. Ну, типа, где бегать надо, где всякие тактики дают. А так и 11, и 12 давал. Так что заебись. Вар, ты подошел, нет? Резнуть тебя? Попробую резнуть. Там пойдешь трэш, япончик? Там я уже пошел. Всех не агрить комнату там, потому что жесткие эти кастуют, пиздец.
комнату я не пойду пока что. Пару мобов там. Тут как-то и диспой, но да, все, тут жесткий трэш, пиздец. О, блядь, вся комната в итоге сагренная, блядь. Да забей, это нормально. Я про ту комнату, которая снизу. Там-то нет. Здесь можно еще. Что за очкова? Я уже вижу нахуй двойную цепуху нахуй своего шамана просто. Уже грезится, блядь. Я еще сегодня сгрываюсь. А нормально что-то... прокает в 4-4? Слушай, ну там что-то говорят 10 что ли процентов. 10%, блядь. Но это же хуйня. Типа, типа, одна, блядь, у тебя проб. Да, типа хуйня, но когда проб. Подождите, там... не бейте сразу же. Она все-таки прибавляет знатно, блядь. Но оно лучше, чем без него, понимаешь, без этого бафа. Лучше с этим. Может, лучше 2Т9 апнутых. Ну вот на это насчет этого я не знаю. Я носил 2Т9. Быстрина, блядь, нормальная. Ну да, быстрина, но опять же. Цепуха это мейнстрим, нахуй. Хули тут ничего не поделаешь. Быстрина против цепухи просто сосет былые бубли. Тут нихуя не поделаешь. Тут не такой. Не такие боссы. Открывайтесь. Этот. Сейчас там 20% маны и все. Этого петуха убиваем первого. И потом дальше уже ДК его заберет. И все, и потом. Подождите, я спек сменил. Да, да. Табэси. Табэси. Я подхилю тебя. Все, давайте на счет 3 череп ебашим. 1, 2, 3. Этот друид, который хил. У тебя же нет ДД, да? Что-то забыл. Нет, ну и ладно, похуй. Блять, на Мальчезаре будет тяжко, конечно. Сейчас будет вроде увеличенный урон, поэтому. Даю, короче, геру. Только вы ебашьте больше в копыта в самого. А вы только давайте, когда прям 10 мобов накопилось, там 15. Так. Обдулить рекламу, что ли? Он киллрека забери там с рейда, слышишь? Петуха это вон в сове стоит. Сейчас. Они с тебя щиток съедают, пиздец. Лучше на ДКшника переносить. Брита 20к дает. Это чем там? Семечка, блядь? Жертвенный огонь. Это типа на них развешиваешь, что-то надо курить. Это, короче, когда 3 стрелы хаоса вешаешь, тебе... Я понял, ну, короче, сложная ротация. Жертвенный огонь на всех распространяется. А, нихуя, это жестко. Это в натуре. Вот за что я люблю Сиру, за то, что Т4 интересный. Японечка, тебя что-то разъебут. Ну-ка, ебаните. Ну, так ебаните трэш. Ебаните АОЕ сейчас все, чтобы это исчезло, вся параша. Во, заебись. Это пожар, и все, да. И дальше. Босса. Так же пачка накопится еще, и так же ебанить. Вот обрадуются пацаны, расскажу им. Видео перчи, ебаный в рот. Зато сколько боли, да? Сколько лайков.
уж когда-нибудь кару герпера хилить. Ну и хилил ДЦшником, РДРушником хилил, Телепалом хилил. Осталось РШамочкам только похилить. Семнадцать, четырнадцать, двенадцать. А бронз как придашит. Бронз чисто в копыта. Ну 7к дает. Че, нахуя водит бронз-то? Надо чекнуть. А, в контроле был. Да, его когда в контроль попадаешь. А это 19-й, подожди, я в заметку себе напишу. Вот это параш надо кому-то. Чисто на трансмут кидать. На распыл. У кого распыл есть? У меня на лунке. Так. 98 Ричард. О, Ричард. Ржавый гвоздь. И посох обоссанный. Какие-то друиды возьмите там или на кота, или на этого, на мишку. Неплохая тема. Ну если совсем нихуя нету. Ну и короче, облепиха на шару просто закидываю. А, дохуя таких предметов, видишь. Тогда этот. Ну, кто? Ну, друид. Будешь танчить, короче. Так, что ты, получается, на друида заходишь, да? Угу. Ой, бля, сумайте, там же и трэш. Тыкни шкаф, с мунем сразу, чтобы бить, не чтобы бить. Тыкните с мунем. Пришел, пришел с мунем. Все, подходите. Mm-hmm. Сейчас этот петух, короче, пройдет двери, и мы будем заходить потихоньку. Так каски на всех есть? А хуй знает. Нет, на саву дайте. Типа, потихоньку заходим. Потому что он уже отошел. Так, все зашли, забегайте. Все, пуля этого пидора. Короче, по сбивам костов. Давай, значит, собака. Я сбил. Все огненные, собака все огненные. Япончик все ледяные, а я все вот эти арканы беру на себя. Давайте. Mm-hmm. Этот япончик. Этот собак, а вот этот я. Все, пока до сбиваем. Потому что на 20% маны он нас в овцу превратит. И если будет какой-то спел, мы в очке окажемся. Вот. И на 40% хп босса появится 4 пидора. Опасных очень. А, бронз, есть у тебя СС промах был? Если промах, похуй. Если СС есть, кинь на меня, на шамана, короче, кинь. Три друида, у нас бой распил, 5 минут. Вот, ну и кончик там, короче, лок будет контролить эфир, и не двигаемся. Не прыгаем, не бегаем, ничего не делаем. Я на первых бомжах сдам. Угу, бомжи. Бомжи, знаешь, ну не сразу давай, типа, прям не сразу, как они появятся. Секунду 20 спустя. Ну тебе. Тоже не сразу. Они же минуты бомжи бегают. Вроде как.
А, Паулинка, дай Иннер, пожалуйста, по пирокару. Да не, не надо, не надо. Я сам там мне бы себе еще бы не помешал. Надо, помогу. Да, да, лучше себе и брать. Да. Чтобы кастовать, вы можете. Беги, малышка, так, оббегаем. Диспела нету, просто оббегаем. Должно времени хватить. Сука, сдохну. Смотри. Опа. И нихуя урона нету. Красиво, да? Я думал, сдохну. Бежал так много. Да. Надо как-то это среагировать. Опоздал немножко. Так, не двигаемся. И скоро 40% у Лемы появится. Сейчас надо будет не проебать. Чтобы мы под лицом скупом отдал. Так, 47. До конца еще 8 секунд. Кто-то огненный не сбивает. Притормозите урон по боссу. Стопните. Сейчас. Хотя все бейте. Все бейте. Сейчас появится Элема, 4, готовься, лок, их контролить. Давай, лок, контроль. Я кому-то каст собью. Давайте бомжи сдам. Давай, давай. И максимально тоже ЛПшками добирай тех петухов на себя. Они сейчас будут у меня кастовать. Вон, в этого. И варфир можешь сдать на этих пидоров. Сейчас они еще секунд 30 протусуются. Беги, малыш, о, отбегаем. Вот сейчас за кого-то захуярят. Ничего не могу сделать. Друид Хися прям это же не цветом всех у него. Да не, никого не убьет. Ну это просто эрдрушник хорошо хватит. Нам повезло. Вам же почти все. О, блять, мне сало дали. Друид что-то, думаю, кожу что хочешь делать. Блять, сало ебаное. Так, флип. Все, заморозка, заебись. Сейчас должны исчезнуть скоро уже. Чё мне с ним купить? Какой-то там стоит? Чё исчезли, блядь? От хила мне стоит. Чё, поставить? Источник команды? Я всё просил, нахуй, Юнир закончил. Поставил источник в центре. Сука, убегай, тварь. Достань. Кристиночка нормально вся, мне быстрее жить. Прям за книжной полки нужно зайти и в стенку главное не вжиматься. Охуел, да? Сало мне дает, да? Пиздец. У меня тут дилемма, кого мы будем ставить на синий луч? Вара поставь. Вар, ты стоял на синем? Милизумис, а? Лока? Можно и лока поставить. А ДК поставь, блядь. Через антимах панцирь. Ну да, ДКшник, по-моему. ДКшник стоял? Блин. Это зашаришь ДКшник на синем луче? Не стоял. Не стоял? А вар шаришь на синий луч? Мили не надо. Просто там РДДшники маловато дают, да они и сдохнут. Ну 3 БР как бы есть, но я хуй знаю. Пусть по КД прожимает на себя антимах панцирь и пиздец. Я тебе сейчас лутера дам. Вот это говно, вот это не надо никому друида, я так думаю. Ты ж параш совсем. Постоишь, да, вар? Хорошо. Сейчас я тебе лутера дам, собака. Так, на. Забирай этот рецепт. Подожди, 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 подожди. Угу. А куда идти, я забыл, бля. С гневом мне ничего интересного не падает. Значит, пойду на лука шуманить. Ты ж лука еще не кикнул. Че, твой лок больше даст, типа, дамага? Ну, как бы 240-й лок, ну да, я думаю, да. Значит, тебя просто надо будет поставить на эту хуйню, да?
Не, не хочу я не луче стоять, я без луча подамажу. Ну, есть у нас пати, которая постоянно меня на луч кидает. Мне просто сгнило на СЛ вообще ни хрена, ничего интересного не падает. Да, давай добавляй там равно хвору. 30 секунд осталось, пока мне вообще не выкину. А ты где? Плюсы никуда отрублять? Ага. Пришел пати. Ты в инсте, да? Угу. Ну все, добежишь, короче, тебе свич на место. Так, после этого вам надо будет ману попить. Где там второй силы АФК. Сейчас ману пью. Ну, еще пидор агри. Да мы и так сейчас пройдем, я думаю. Так, надеюсь, его никто не сам. Нет, сагрим, да. Да ладно, ничего. Еще пилер. Этот откуда вышел? Не знаю откуда, но он меня разъебал. У меня даже боя нет. Ты агришь? Блять. Сорок. Я не могу его забрать. На нем тоже набираем. А, на него агро не действует. Да, на них агро не действует. Таунт не действует, золотой пешки действует. Так я пойму, его пешки спал. Как не, ребят, ну так не делай, что-то мне не нравится. Ебани, Индор, облепиха по шаману.
Там влепиха. Раз, камер, там. Сейчас добьем. Так, рис мы все жрем. Не огрети ничего. Сдохнем нахуй. И это, починку там кто-то говорил, поставьте. Хламобота. Это желтые плечи. Так, где эта починка, что не вижу. Наверху стоит. Ага. Так, друид что-то рука. Ну давай пока мобагры. Андрей же сказал то, что он отойдет на 5 минут. Так, ну убейте пока. Так, ну магию из тебя нет, кому диспольт паладина и приста нету. Спиздим, кто спиздим? Спала? С ДКшника. Ну, на мобах, да, ты говоришь. Это, не, на мобах, на квадрате на наш. Он еще моб сагрился. Высову. Ну короче, вот эту парашу надо ждать, пока спадет с тебя, блядь. Так, этот вар, ты в Дисе можешь говорить бабльгом? Так, на зеленом будет собака. Собака, ты можешь в Дисе говорить? Могу. Короче, мне знаешь, что надо будет? Надо будет, чтобы ты на 30-м стаке сказал, что 30-й, чтобы мы это хилили посильнее вара, там будет третья лужа, и на 45-м, чтобы люди готовились отбегать. Маги, соответственно, блинк, локи этот самый, друиды там, если не успеваете, если будете видеть, то скорость. ДКшники под зеленой парашей можно будет пробежать. Все остальные, думаю, успеют среагировать. Ну я тут второй раз, так что надежды на меня никакой. Смотри, основная фишка босса. Три портала будут. Один под телескопом, один здесь, где квадрат стоит, другой напротив. Он возле той стенки. Три портала. Они будут меняться местами. То есть изначально будут красные. Вот, но потом при перебежке могут другого цвета быть порталы на этих местах. Мы его другие до восьмого против. Фишка. Твоя... Кого закинуть? Мы его по улинку в восьмой пати. Фишка, этот самый собака, в том, что ты должен стоять на одной линии между центром портала и центром модельки босса, чтобы луч, который идет из портала, шел тебе в задницу, а не в босса. Ну это я понял. Так я-то на каком луче? Ты на зеленом. Вар на синем. На красном, соответственно, танк. На 45-м стаке ты смотришь, сколько стаков там копится, где премиум, где вся эта параша. Здесь 45-й, и мы готовимся бежать. Если будет не получаться так, то будем к телескопу бегать. Ну все, проверка, и начнем. Так, проверка завершена. Как подойдет, Агри? Ты, Пончик, всю хуйню тут шаришь, да? Так. Бульбург. Я даже вам отчет могу сделать, когда убегать. Да, ну если хочешь, можно. Так, бубльгон не силен. Так, собака, лужа. Вот за вот этой лужей не в бок, только вперед-назад. Никогда не в бок.
Если отсюда не достаешь, перепрыгни лужу. И очень внимательно за этой лужей смотри, потому что если мы тело потеряем, мы просто вайпаться будем. Правая лужа была. Угу, маг прослакал. Просто простоял лужу. Сколько стаков? 43. Приготовились 5 секунд. Побежали. Бежать надо уже где-то на 48-м еще, когда лучи есть. Значит, есть возможность, что отстанет кто-то. Смотрим, сейчас повернется, не повернется, вайп. А, все, пизда, вайп. На 45-м лучше пускай убегает. Вот, охуенно. А кто это у нас? Ричард Гир. Так, Ричард так, Гир так, так, дерево, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Дерево к двери иди. А дали уже сейчас. Все нормально. Или не дали, или дали, дали. Только зачем? Просто так следили. Сейчас просто вас же двери упадет. Ну ты оставь свое, эту поднималку. Да, поднималку оставлю. Ричард Гир, ты тут? Мак. Аспекта нету, ничего нету, чё? Ничего нету. Даже вот. Паладина, блин, нету. Ты смотрите в основном под ноги. Ротацию крутите на автомате. Сейчас резайте, кто там. Создавай, вставай, резай. Или бежать придется. Так получается, на моих стаках нужно бежать уже. Когда 45-й, 47-й там стак, нужно уже всем бежать. Ладно, буду говорить. Там еще лужа каждые 15 секунд дается, так что можно вообще 30 секунд просто отчитать и побежать. Да, тьмы нету. Хули тут не дамаг, а то, что босс у нас плюнул. Можно сделать так, япончик, ты в курсе за тактику, когда ты остаешься с боссом, он в тебя плевок или два дает, а мы убегаем к телескопу? Нет. Не в курсе за такую хуйню? Нет. Ну давай сейчас так будем делать. Ты в курсе? Нет. Вот все, так будем делать. Ну а хули поделать? Лучше, чтобы он в тебя плюнул. Ты же не сдохнешь. Че ты облепиха? Уверен? С чего ты взял? Спорим на 5000 голды? Есть у тебя голда? Я тебе покажу это прямо сейчас. Короче, смотри, облепиха. Если споришь, если сейчас выпнемся из-за того, что кто-то отстанет, так же, как сейчас было, просто будем делать, как я скажу. И сразу убьем. Этот Ричард Гир под ноги смотри, побыстрее служи, выбегай. Если видишь, что ты не успеваешь там или лагает, щиток маны на себя навешивай, когда выбегаешь. Возможно, тикость тебя спасет. Главное, не прыгай на. Сразу попробуй блинк нажать и все будет. Короче, сейчас еще раз так же пробуем. Потому что вы, видимо, по другой тактике не знаете, как. Если неудачно, если кто-то опять отстанет, то будем по-другому играть. Сейчас ман греснем. Зеленую власть там япончик, когда бежишь, включай. Угу. Ну я готов. Но зеленая власть не работает, если у тебя нет холи спе. Поставил этот самый, рыбу ешьте. Там скорость бега вроде увеличивается, да? Она увеличена, если у тебя анхоли спек, там прокач. Так и даже если не в анхоли, по-моему. Нет, даже если не в анхоли. Там сколько там? 8%? Там 15%. 15%, да. Ну нормально. Получше, чем 0. Все, рыбу поели. Эрдруг. Секунду, привет. Нормально слышно? Да, нормально, все, можешь пулять. Да. Давай я, короче, все скажу. Давай, когда говори. Бежать.
Давай, давай. Все. Если тебе так. Гуляй, че ждет. ДКшник, гуляй. Ребят, чуть ренжа от себя наберите друг от дружки. Ну, первая уже была. ДКшничек, смотри, а ты на 45-м стаке аж вот так подбегаешь, понял? Помню, так бежишь. Сова, сова. Не спи. Не спи, блядь, потеряем бойца. Сколько стак? Ребят, 45. Ребят, я все скажу, давайте не будем перебивать. Не переживайте, я все за ночь. Если кто будет нужен, то я тоже по плечу. Лар, ты где, дай обмен. На. Не хотел брать? Это таблепиха, да, и наркозвезду? Что мана не резается. Короче, смотри, если тебе надо мана, шаман, зеленый луч хватаешь на секунду и отходишь от него, тебе фулл МП. Да сейчас пока. Да вот, я тебе говорю, сделай, просто проверь. Любой момент. Да потом уже, когда-нибудь будет. Лок, перейди это в другую часть, ближе к центру комнаты. Да, быстрее бежать будешь. Да-да-да, отлично. Луч не хватать. Лок, луч отпусти. Он где? ДК, смотри, на 45-м стаке подбежишь вот сюда, собака, понял? Вот где друид. И отсюда начнешь бежать. Понял. Все, отлично. Работа. Ребят, 45 стаков. Уходим, уходим, уходим. Я же говорю. Я скажу. Только босса не надо вести. Да, я там заснул. Два шага сделал. Молодец, молодец. Старайся босса не вести, там повернуть, ладно, чтоб тебе меньше нужно. Да я подожду. Он только вот единственное, что не показывается, что он стреляет, а у танка ХП падает. Там, а, там у тебя дебаф от портала был просто. Ой, ребята. На дерево, ну чё ты там стоишь? Стоять чё-то. Чё? Не думал, что там. Стоит вон там, где сейчас стоит, в стенке. Короче, ложитесь. Сейчас... Сейчас по-другому немножко сделаем, что-то нравится. Да что по-другому, и так нормально, просто дерево куда-то выпирается и все. Я еще раз говорю, сейчас сделаем нормально, и будет нормально. Сейчас мы просто будем бежать под телескоп. Достань его уже. Я сейчас он, да. И испытываю еще, повернись к нему. Чё, бежать надо, там вставалки вроде нет ни у кого. Угу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, облепиха, готовь 5к. А какой порт нужен? Тень орала. Ну самый нижний там два порта. Не к смотрителю, а дальше. И там бежишь. Ну, хули долгий. ДПСика мало. Плюс дисконы. Если бы мы еще на морозы не шли, если бы мы не шли. Он вообще за час проносится, вот эта вся параша. Плюс вайп на гневе начался. Сейчас, если вы сделаете так, как я вам объясню, сразу вайпа не будет. А если будете вот этой вот хуйней страдать,
Там один добежал, один не побежал, босса сдвинули, и всякая залупа путь повышается. ПКД. Потому что ДПС не дохуя, чтобы добивать его в 5 тел. Или бритая мачта наконец-то там. Что-то странно, кстати, на втором месяце 4К даешь. Это что, Африка? Это перебежки, все нормально. Так и должно быть. Ты ебучий река. Так, япончик, я тебе ставлю метки. Потому что время перебежки, короче, урон твой подрезает весь. Ты добежал, япончик, нет? Нет, я лежу. А, ты лежишь? Короче, вот смотри. Сейчас не тянусь. Когда босс замораживается, весь рейд убегает в телескоп. Ты остаешься здесь. Вот как ты стоял в кружке, так и стоишь. И поворачиваешь босса лицом на звезду. Вот сюда. Вот как я стоишь. Вот ты квадрат босс, а я это ты. И ты вот так вот стоишь. И ты видишь, что мы туда бежим, к телескопу. И сам начинаешь вот так вот, метров 10-15 от босса стоишь. Он дает плевок в тебя первый. Ты сразу, как только он начал каст, начинаешь бежать в сторону ромба. Он дает в тебя один каст, и каст тебя откидывает. Он, возможно, даст второй, возможно, не даст. Один только даст. Все, вот и вся твоя задача. Потому что он дает дыхание в ближайшую цель, и в его сторону будут лететь все остальные плевки. Так как здесь будешь только ты, будет один плевок у тебя. Он дает плевки по определенному углу. Вот именно. Ну, а когда ну, я перебегаю в ромб, может, не заденет вас там? Нет. Хорошо. Так я на локе вообще с телескопа вылазить не буду. Ну, с той стороны, если удобно стоять, конечно. Это Обликиха встать. Обликиха, ты тут? Вставай. Что-то Обликихи нет. Так, ставлю рыбу. Пишите пейте. Я ешь облепиха еду. Лапы дайте. Кузню тоже здесь еще не открыли. Нет, еще нет, кузню я назвал. Да я в принципе все понял, а потом, когда это он все отплется, я сразу же в ромбе окажу. Там танчу и. Да. Похоже. Ну, я понял. Все, проверка. Ладно, хорошо. С лужами то же самое, все пуляют туда его. Mm-hmm. Главное поближе к стене его старайся держать. Сколько там? 30 стаков есть? 35. Все, 3 тела уже есть. Хорошо, лок, выйди, блядь. 40 стаков. С глазами звезду нашли. В сторону звезды бежали. 45. В сторону 45. Все, побежали.
Куда? Все, ты больше там остаешься. Да. Не туда, а вот сюда, в телескоп. Угу. Ты беги, Крумбу, что ты стоишь там? Так я и убежал. Мне интересно, кто там остался с... Лок? А они сюда убежали. В эти шифонеры они убежали. Давайте падаем. Ну вы не русские, видимо, люди. Просто я сделал все как надо, вас не задело. Бритая мачта, этот самый. Ричард Гир. Ричард Гир, что ты побежал к шкафам, когда я говорю к телескопу? Вставай в лужу. В смысле, почему я побежал? Я телескоп поставил. Ну кто-то там, или Пирокарп, кто-то сдох. Ричард Гир и Бронкс там лежат. Бронкс, да. Какого хуя вы там лежите? Я говорю, бежим к телескопу, а не к шкафам, блядь. Звезду на себя поставим. Еще раз объясняю на русском языке, не на английском. Бежим, когда босс запораживается за звездой. Стоим в звезде. Дрочим, сосем, пьем, жрем. Все в звезде делаем. Всю хуйню. В ДКшника приходит плевок. ДКшник не стоит, плевок не ловит, не ждет второй, а бежит в роб. А к ДКшник добежал рамба, босс прекращает плевки. И мы бежим по стенке к ДКшнику. Все, мозгов много не надо. Маги, там Локи, которые к шкафам побежали. Еще раз объясняю. Бежим за звездой к телескопу. Вся эта залупа, все эти вайпы сейчас из-за того, что вы что попало делаете. У нас нету ни хантовской скорости. Добежать люди не могут. Плевок постоянно идет в рейд. Сейчас он будет только в одного танка. И все. И вы поймете, что можно быть радостным и счастливым. А не вот это хуйня. Еще раз рыбу ставлю. Ну и там я на 5К еще богаче стану. Да, блин. Мне кажется, Эрдру, ты тоже сутки работаешь, да? Такой уставший голос. Вообще-то ты проиграл 5000. Схуяли. Потому что ты сказал, что сейчас будем делать так и с первого раза убьем. Сейчас понятие растяжимое. Сейчас с первого раза... Отмазки пошли, бля. Да не, нихуя. Просто пацан не знал, что так можно, бля. Да многие не знают. Ну это тактика для бич-рейдов, блядь. Когда скорости нету, убежать. Бритая, ебани шкаф Локосу. Ну, он где-то бежит там далеко. Так, тыкните. Эрдрушка, кидай. Ну где-то на 30-м стаке начинай кидать перед третьей лужей 3 жизнецвета на вару накинь. Чтобы хотя бы под лужей был там. Ну или в конце уже, когда бежать будем собираться, там. Тычка по нему проходит до хуя когда сорокс. Все, давайте там. Каски, хуяски. На локе нихуя нету. Вот эту каску и пристабав, если есть у кого. Так, рыба есть. Проверка. Блепиха, все, пуляй. Почему вы стоите под боссом? Идите сразу на другую сторону. Чего вы тут забыли? Ставьте тут только хилы и милики.
А вон, ближе к этому. Рынга, телескоп ебан. Встаньте. Вы же туда убегать будете. Угу. А ты там чисто босса на портал локовский повернешь. Нормально. Макни. Так, вторая лужа есть или же? Ну, сейчас можешь на жизнецветы на него накидать. Тут уже третья есть, наверное. Вот жизнецветики накидаем. Сколько стаков? 40. Да хули у меня ебаный маг, блядь, сбивает. Все, убегайте, убегайте. Побежали, побежали. Все в звезду бежим. В звезду, на мне звезда. Какую звезду ты чё? Сюда бежим. Трусы. Мы в трусах. Не, я на себя там звезду поставил. Ближе к стенке. А, да, звезда. Давай к стене. Всё. Вот два плевка будет. Я выжил. Все, больше не будет плевков. Как Варк, кстати, сдох. Ты через лужу побежал, что ли? Бритая мачта, настаешь на этот самый, на хуйню. Понял? Давай, бритая мачта, твой триумф. Пока что, Берн? Да, резко, да. Варк, ты вставал? Варк встал, а Мак сдох. Ребят, что вы на той стороне? Давай второй бар помогу. Не надо, не надо. Я не отстаю. Не надо. Ну не надо. Надо. Красный шмот, блядь. Да хуёво вообще. Там был хламовод. Также бежим в треугольник, в телескоп. Так, ну Лок у нас может сдохнуть, на него может быть бар понадобится. Сколько там стаков? 40. 40. Готовимся. Убежали. Да, убегайте. А ты в другую сторону я поворачиваю. О, все, заебись. Ну, сейчас заденет. Нихуя не Вара сейчас заденет. Нет? Сюда в звезду бежим. Не надо туда сразу бежать. Вот у тебя плевок летит, ты бежишь, сразу бежишь. Беги, не стой там, блядь, не дрочи. Не надо 2-3 плевка ждать. Ты один должен ловить. Вот, все, заебись. Хорошо. В идеале, когда ты увидел, что... Нет, я... ты как объяснил, встал на 10 метров, типа, стоишь и ждешь, пока первый плевок придет. Ну. Не, не придет. Как только он начинает доставать, сразу убегает. Стаунти, стаунти босса. Я пытаюсь, он не таунтится, как бы, алло. Тихо, все, блядь, заебись. Короче, я рот ебал, нахуй, ебаный рот. Давай, выставляю вам, блядь, хуй. Короче, я так и тебе, да? Ждем лужу, падаем. Вон в лужу заходим в квадрат. Если вам весело, блять. Опа. Цвадился еще раз. Резаем людей. Ничего сложного нету. С лужи выйти, отбежать телескоп, прибежать бить. Нихуя сложного нету. Бритая мачта на это на портале стоишь. На синем. Ты сдохнешь, блядь, конечно. Да его никак нельзя пропустить. Нет. Надо перестать хуйней заниматься и убить босса. Там повнимательнее смотреть под ноги, там маг. Вар тоже побежал. Вроде захилили на фул. Побежал через лужу. Пейте, ешьте. Да ничего страшного, бывает. Ебашь сразу шкаф, там кто-то тело таким. Это вар. Ребята, тут нихуя сложного нету. Вы сейчас своими глазами увидели, как в ДКшника в одного, блядь, прилетает плевок ебаного босса, блядь, которого вы все так боитесь. О чудо, блядь. Осталось только выйти с луж. И все. Чтобы на локал уже не кинулось встретил. И пиздец. Короче, этот самый, если по скиллу, если по скиллу бритая мачта, если получится, ставь там портал где-нибудь там сзади и хуяк вперед подойдешь. Если лужа появится, если успеешь среагировать, то нажмешь портал и окажешься вне лужи. Если у тебя такое получится, будет неплохо. Сейчас рыбу ставлю. Жаль, паладинов нету в этом рейде, блядь. Ламобот есть? У кого-то был-то.
Вон поставили, чинись. Чинитесь все. А то сейчас кого-то резнуть надо будет. Он будет красный. Мы тогда хуй убьем. Все, жрите рыбу. Проверка. Я что-то не вижу этого бота. Вот он стоит, сейчас я на него тебе метку. Рядом с рыбой гномик стоит. Квадрат поставил, вот выбираю в цель, нажимаю чинить. Так, вар, ты готов? Еще раз. Блять, что зависло. Вар, ты готов, короче? Все готовы, кроме вара. Отсутствует бугульгум. Еще раз. Сука, я не хочу, но лучше стоит. Давай, покажи скилл, блядь. Видишь, пиздец. Не справляемся, нихуя. В РДД уходите сразу на макс рейндж от босса, вот подальше. Куда будете убегать? Стойте под босс. Давайте готовимся разъебывать. Тут эрдрушник побольше на этого налока кидай. Хуйни всякой. Мак, отойди. Он, кстати, далеко стоит сейчас. Главное служба. Блок. Блок на 34-м где-то стаке, нажимай щиток темным. Ага. Пизда, понятно. С синий луч заняли. Давай, резай вока. Да-да, бери, бери. Твоя мечта сбылась, нахуй. Короче, вар стоишь дальше. Сколько стаков там? 41. Готовимся. Уходите. Уходите. Давай, вар, только не через лужу. Лужа там, осторожно, вар. Да, видит он. Надеюсь, смешно было. Так, смотрим. Вот, все, и убегай. Вот, вот так, да-да-да, четко. Вот он один раз тебя плюет, и все. Ой, нихуя, друг, ты тоже знаешь эту тактику, оказывается. Да-да. Да он уже врубился 300 раз, тут все уже, наверное, 300 не, раз. Он просто знал, просто он не хотел признавать, что знает такую бичью тактику, блядь. Все просто, как видите, просто таунт, таунт, таунт. Да, да, мы взяли самое главное, лучи освободить. Так, зеленый. Ой, сколько нервов, да? Так, бугульгума надо не уронить. Он там прям далеко стоит. Ну, чарж своего сделает, я думаю, нормально будет. Он подойдет, можно подойти прям к центру босса с лучом, если че. Просто если лужа будет, то все равно отходить надо. Ну, давайте. Че там, сколько стак? 30. Должна быть третья лужа сейчас. Так, вон она на ДКшнике, я смотрю. Все, вышел. Готовьтесь уходить. 45 так. Стаков уходить. Вар, это беги, чаржься в кого-то. Бежим, бежим, этот телескоп. Ляулю. Эти пару рунов. Нихуя, он даже не кастанул, да? А потому да. Что я быстро убежал. Это и вы быстрее меня. Это получается новый уровень, нахуй. 3 икса новый уровень, нахуй. Япончик поднялся, нахуй. А чё так один босс таунти, бьёт? Таунти этого пидора. Он не таунтится. Таунтится, таунтится. Нет, этот босс не таунтится. А всё забьёт. Никогда. Не, ну чтоб забрать с буквы. Блядь, сорян, так, сорян. Вышкой можно. Так, давайте, нет, нет, не обосрёмся, блядь. Уже много так прошли, ебать. Так что это ты ко мне прилипаешь? Только я уже каражан закрывать так долго. Судьба злодейка, блядь. Да не, ну на свела свой дом. Да господи. Да ладно, ничего. Я вон только кушать хочу еще. Ну вот, сейчас мечты сбудутся, только два босса осталось. Один точнее даже.
Блять, а в чем вы там? 40 стаков. Готовьтесь бежать. Уходите, уходите. Так, беги, вот. Чарша. Увы. Ничего там не сдохнешь. Все, пошли по стеночке, только ДКшнику. Сколько там хп у босса? Ой, ебать, еще половину битвы. Да, мы, у нас не хватает вроде. Гера не было еще. Да, Гера еще не было. Ну, если... Там облепиха умерла. Ребят, вот чем проблема, они в Гере. Так, смотрите под ноги сейчас, чтобы лужа не снесла, как облепиха. Облепиха, ай-яй-яй. Если с этого травы бьете, может какая-то... Танк лужа. Она мне почти не наносит урона. Да, танку похуй, но еще можешь снести. Я могу в ней стоять, прям утонуть не могу. Все, смотрите, стаков сколько? 35. Вот третья она мне. На нахуй. О, минус один еще. Пизда. Твоим крестом встанешь. Я встал на. Уходите. Еще один. Ну что ты будешь делать, ну ребят? Да все нахуй, вайпи, блядь. Уже, блядь, не задамажите ни хрена. Беда. В луже просто заходите, умираете. Заходите опять. И от доток. Нет, они не. Вы не от ложек сейчас, вот ты от доток умер. Так это я когда встал, блядь. И второй тоже. Подходите все к боссу. Это шанс в лепихе просто подамажить. Бля, ребят, босс вообще на один трай, ну ебаный в рот, ну чё за хуйня-то? Сколько раз мы его уже травим? Ты только что говорил, что все в порядке, блядь. Да охуеть вообще, 3, 4, 5, 6, да пиздец вообще. Это еще хуйня, ты вспомни, когда я резко по 8 часов травили, блядь. Хотели убить. Я помню, он Джайна на освоении, ну херачили мы ее днями напролет, ну гнев пустоты, ё-моё. Ну ОКХМ вышла, Лара пиздили, ну нормально. За сколько там месяцев прошло, прежде чем мы его убили, Алара? Ой, бля, я не помню. Да дохуя там, пару месяцев. Стая убила, и мы в этот же день убили. Когда это было? Сколько от релиза ОКХМ? Сколько тогда времени прошло? Месяца два или три. Да более, мне кажется. Я не считал, блядь. Ну там по видео можно посмотреть, как поискать еще, блядь. Когда а ты все это еще хранишь, что ли? Конечно, это все есть на YouTube, блядь. Вся эта хуйня, блядь.